это, несомненно, человек, который хочет попробовать на вкус основы ДНК 80-х и 90-х рубежа. Однако уже, в принципе, готовится определенным образом к минимализму, потому что вот весь этот жир 80-х, он, видимо, останется в лете. He's so creative with everything that he does, so I always just expect the unexpected. I've always seen a lot of creative things and innovative things, so I guess something that will be exciting and different colors, a lot of colors, I'm hoping for. Youthful, definitely artistic. And individual. Fun. Something fun, something different, some color, some energy. This is usually a Moschino feeling. Unbelievable, but I don't see before the collection. I prefer a surprise because I work for my collection. I don't want never. I prefer the emotional, the inaspective. I am sure it's a good show. Absolutely. Ожидания самые радужные, самые веселые, потому что этот бренд, мне кажется, на показы которых приходят люди в основном за вот весельем, хорошим настроением и каким-то таким невероятно бодрым настроем. Что уж они из этого будут носить, я не знаю пока. Но судя по мудборду, который выставлен, что-то такое грандиозное и, в общем, довольно женственное. Да? Явно с претензией на какой-то кутюр.